Всем доброе утро! Сегодня мы второй день на море и погнали снимать наш вложичек. Мы приехали на мыс Фиолент. Сейчас покажу вам, как здесь интересно. Ничего себе, просто нереальные виды. Камера не передает, насколько здесь красиво. Еще было бы круто, если бы здесь был закат и было солнце. Сейчас подходим к самому мысу, к самой вершине, там, где скапливается куча людей. Едем домой уже. Демон. Маленький демон. Сегодня мы находимся на пляже Омега. Этот пляж отлично подходит для деток, потому что здесь не глубоко. Есть также детские батутики, кафешки. Здесь есть лежаки. И здесь не так много людей, как было на вчерашнем пляже. Ну а самое главное, сейчас пойду посмотрю, какая водичка, теплая или нет.